все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В четверг в Самарской области пасмурно, осадки в виде небольшого снега, температура днем -5, -7 градусов, ночью 0, -2. Ветер южный, юго-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи и снег, днем -4, в темное время суток 0 градусов, юго-восточный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, днем -4, ночью -1 градус, южный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, в дневное время -6 градусов, ночью -2. Ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.